жизни народного артиста России Владимира Девятова были и детективы, и мелодрамы, и даже боевики. Правда, его родственники здесь ни при чем. Он был женат 5 раз, но публично ни детей, ни деньги с супругами не делил. А Марину, дочь от первого брака, даже сделал настоящей звездой. Отец и дочь исполняют песни в стиле поп-фолк. Боремся за то, за свою культуру. И мы живем в русской, вообще в России, мы живем в стране богатейшем, просто с богатейшим вообще истоками, с богатейшими корнями. И мы пытаемся бороться за то, что нам принадлежит. Это сейчас Марина вместе с отцом борется за искусство. А лет 10 назад, как и все подростки, была фанаткой «Руки вверх». А еще мечтала работать продавщицей. И сказал: «Все, ваше искусство мне надоело! Все, хочу денег!» Я проработала один день в гипермаркете. Новый каприз дочери шокировал отца еще больше. «Не желаю быть продавщицей, а хочу быть звездой шоу-бизнеса». Марина Девятова с утра до вечера распевала репертуар «Стрелок» и собиралась стать солисткой этой девичьей группы. Дебют в «Стрелках» Марины Девятовой так и не состоялся. Строгий отец устроил ей свой продюсерский прогон, и дочь сама отказалась от еще одной глупой подростковой мечты. Девочки поют живьем. Он говорит: «Нет, это фанера, нет, живьем, нет, фанера. Докажи», он говорит, «прыгай». И раз 40 прыгай, прыгай, он говорит, «а теперь пой». А дыхалка-то сбивается, и он говорит: «А, как это может быть?» Звездный родитель заставил таки дочь слушать правильную музыку. Отправил к дорогим педагогам и помог создать свой музыкальный коллектив. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума. Привет. А ты что это? Я уже поел. Все? Уже все съел? Сейчас народный артист Владимир Девятов ставит перед своей дочерью более земные задачи. Он мечтает переквалифицироваться из певца и продюсера в обычного дедушку и просит, чтобы Марина побыстрее вышла замуж.